Телепроект «Книга жалоб» – первая социально значимая программа в городе. Для тех, кто столкнулся с несправедливостью и беззаконием, кто готов бороться за свои права. В первые дни апреля на сцене Сургутской филармонии артисты Государственного академического малого театра покажут сразу три спектакля, каждый из которых пройдет дважды. Открытие гастролей состоялось 1 апреля. На сцене народная артистка СССР Вера Васильева, народный артист России Борис Клюев, ведущие артисты малого театра Светлана Аманова, Валерий Бабяцкий, Алексей Фадеев и другие. 3 и 4 апреля зрители смогут увидеть постановку по Чехову «Вишневый сад» в интерпретации известного артиста и режиссера Игоря Ильинского. Завершается гастроли 5 и 6 апреля показом одного из последних премьерных спектаклей комедии «Как обмануть государство». Мы привозим спектакль, он идет именно так, как он идет в Москве. И нас на самом деле поразило, что вызвало удивление количество декораций и костюмов. А понимаете, у нас такое воспитание в театре, и вот, собственно говоря, оно передается из поколения в поколение, что зритель всегда прав, и его нужно уважать, и никогда, ни при каких условиях не позволять себе что-то сделать не так. Реклама на радио – раз. Реклама на телевидении – два. Реклама в газетах и журналах – три. Дизайн и полиграфия – четыре. Наружная реклама – 5. Рекламно-информационное агентство «5 звезд».